Всем добрый день. Сегодня я, в общем-то, буду обозревать еще одни какие-то вот эти вот все вещи на Black Rush, на BR, на вот прочих синонимах ко всему вот этому вот проекту. Поэтому давайте приступим, начнем. Хотя я не скажу, когда мы приступим, когда мы начнем. Я могу просто вот вам тут геймплей показывать секунд 30, и только потом мы начнем. Вот смотрите, вот допустим вот так. Ну ладно, я думаю, что это, типа, ну не стоит того, вы уже могли выключить видеоролик на всем этом моменте, потому что, типа, ну зачем вам смотреть только геймплей, я не понимаю, да и, наверное, никто не понимает из тех, кто зашел на это видео, поэтому я думаю, что надо как-то более лояльно ко всему этому относиться, может быть, а может быть и нет. Ладно, давайте перейдем. Black Rush показали обновленное здание администрации области. Как вам? И тут у нас вот это вот все белое здание, которое, оно есть, оно присутствует, оно существует. Вот опять-таки, весь этот пререндер, на котором все так отлично, все так круто, а в самой игре вот такого не будет, ты там придешь, там просто такое бело-желтое здание, которое ты увидишь, такой типа, а, ну бывает, ну вот может такое быть, да, вот типа прикольно. А тут вот прям на всем вот этом вот скриншоте, на всей вот этой вот фотографии, оно выглядит как реально какое-то здание из вот ваших городов, где бы вы там ни жили, потому что оно всегда такое высотное, белое, хорошее, в нем можно работать, в нем можно зайти, там можно что-нибудь, какие-нибудь вопросы уточнить, допустим, почему у меня сносят мой дом, или там делают еще вот нечто прочее. Я не знаю, для чего данное вообще здание будет использоваться во все вот это вот Black Rush. Я подозреваю, что есть, типа, такая, знаете ли, организация, там, администрация области, администрация президента, администрация мэра, администрация губернатора или вроде того. И вот, я так понимаю, все это здание, оно будет создано чисто для того, чтобы там была какая-то организация, чтобы в нее могли кого-то принимать, кого-то нанимать и делать прочие вещи. И поэтому вот оно стоит вот так вот. По самим текстуркам, что могу сказать, если более так, знаете, детально во все это углубляться, то могу сказать, что, типа, ну, текстуры крутые, да, типа, все сделано классно, круто и замечательно. Вот только окна, мне кажется, такие очень, то есть, если бы туда что-то наполнить, что-то вот там такое, знаете, более-менее сделать, то было бы круто. А так, типа, вот все выглядит отлично. Если бы сама игра на Black Rush, она выглядела вот так вот, то мне кажется, что онлайн был бы там, я не знаю, не 15 тысяч человек или сколько он там, а, я не знаю, уже все 35 тысяч, потому что, ну, вот ты смотришь на все это, и ты понимаешь, что вот, да, вот оно вот такое есть, вот эти вот все тени. Кстати, слева, обратите внимание, есть какая-то очень большая тень от какого-то очень большого здания. Я, если честно, не знаю, от какого здания вообще может быть тень. То есть, я вот, сколько я бы не играл на Black Rush, я вот всего этого здания, по-моему, вот, типа, не видел какого-то там рядом или вот какого-то похожего. Типа, было бы еще лучше, если бы Life Mobile, когда они постят вот эти вот все обновленные новые здания вот этого вот всего администрации области, все вот это вот администрации, все вот этого прочего, они бы вот показывали, как было до и как стало после, чтобы люди могли так объективно оценить. А может быть, этого здания вообще не было, его добавляют впервые. А может быть, до этого здания было такое, а теперь вот оно вот такое, и там вот есть еще все вот эти вот прочие вещи, и ты типа на все это смотришь и думаешь, да, вот это вот все здание, оно мне нужно, а с ним я там буду делать, вести себя и вообще заниматься замечательными вещами, как бы, чтобы вы там не думали, чтобы там вообще не было, и вообще, чтобы вы там себе не напридумывали бы вы вот из всех вот этих вот вещей. Однако, я думаю, что на всем этом данный видеоролик, его так вот плюс-минус, более или менее, там 50 на 50, 68 на 43%, все, я думаю, это можно закончить уже, потому что, типа, ну вот, вот все здание, вот оно есть, вот оно стоит, вот оно есть на Black Rush, его скоро добавят, наверное, они готовятся уже к открытию, знаете ли, 16-го сервака, и постепенно все вот эти вот обновления нам сюда заливают, нам вот это вот все показывают, мы на все это смотрим, и такие, типа, вот, да, вот так оно все и должно выглядеть, заходим в игру, а там это здание выглядит не совсем так, как на картинке. Такое иногда бывает, такое иногда случается. С этим, к сожалению, или к счастью, ничего не поделать. Скорее всего, к сожалению. Однако, скачивайте Black Rush по моей ссылке в описании. Вводите мой промокод хэштег ZDC, а также при регистрации своего вот этого, знаете ли, всего игрового персонажа, вводите мой никнейм Данила КПРФ. Всем спасибо за просмотр. Увидимся тут же завтра. Я надеюсь, что все это будет в 20:00, либо же немного попозже, либо же немного пораньше. Тут уж я извиняюсь, но как все это пойдет, я сказать не могу. Всем спасибо, всем пока и всем до свидания.